Друзья мои, как и обещала, сегодня будет сад и огород. Давайте смотреть, что нам привезли. Удобрение «Вырастайка», осень, 1 килограмм, 77 рублей. Давайте я вам покажу информацию поближе о нем, то есть способ применения. Удобрение «Луковичные цветы», красивый сад на 25 квадратных метров. 55 рублей стоит. Удобрение для орхидей, концентрированное, с магнием и янтарной кислотой. Повторное цветение, 1,5 литра готового раствора. 12,50, 10 миллилитров. Спички для пикника, 40 штук, 55 рублей. 84 миллиметра. Следующее удобрение с аминокислотами для всех растений. Защищает от любых стрессов, повышает зимостойкость культур. 27,50. И здесь маленькая упаковка, 10 грамм. Далее у нас для борьбы с сорняками. 13,70 стоит, 2 миллилитра. Применение я вам покажу поближе. Стимулятор плодообразования, универсальный, обеспечивает завязывание при жаре и холоде, засухе и дождях, при отсутствии опыляющих насекомых. 2 грамма, 27,50. Биоразряд от медведки, проволочника и колорадского жука. Профилактика появления насекомых. 77 рублей, 20 грамм в упаковке. Экологически чистый почва-грунт, орхидея на 3 литра, 55 рублей. Универсальный грунт для всех видов овощных и цветочных культур на 10 литров, 50 рублей. Еще есть на 5 литров, но, к сожалению, цена не указана. Их несколько упаковок, всего 4 лежит. Стойка для растений декоративная, 65 на 27 сантиметров, 99 рублей. Такой вот держатель. Есть зеленая и черного цвета. Есть они поменьше и пластиковые, по 77, по 50. Покажу вам поближе размеры. Декорация для водоема, лотос называется, 77 рублей. Они в ассортименте разных цветов. Термометр садовый. Божья коровка и пчелка по 99 рублей. Клипсы для подвязки растений 20 штук, 55 рублей. Укрывной материал 6 метров на 1,5 метра, 55 рублей. Полиэстер в составе. Крючки для садовых инструментов, 5 штук их в наборе, 55 рублей. Все для крепления уже идет с ними. Далее вот такая вот декорация садовая по 99 рублей. Лента для подвязывания деревьев 3 метра 25 рублей. Пистолет-распылитель с коннекторами сразу. Их 3 в наборе. 199 рублей. Кстати, друзья мои, пишите обязательно в комментариях. Может быть, вы что-то уже покупали, что хорошее, что не очень, что понравилось, что нет. Далее шланг поливочный, 199 рублей, 2,5 метра, синего цвета. Корни удалитель садовый, 37 сантиметров, но он уже вот был в том году, я его помню прекрасно, недорого. Шпалера садовая, 99 рублей, 59 на 34 сантиметра. Подставка для клубники 30 на 30 сантиметров. Как крепится, все указано в составе РР. И вот такая вот она нехитрая, но, к сожалению, не указана на нее цена. Внизу тоже много всякой всячины. Сумка садовая 60 на 76 сантиметров, 99 рублей. Такой некий органайзер садовый подойдет для размещения растений, хранения садового инвентаря и инструментов. Также набор мешков 60 на 102 сантиметра, их 3 в наборе, 99 рублей.
распылитель рядышком стоит на 2 литра 300 рублей разных цветов. Есть еще вот такой распылитель 77 рублей 0,5 по объему. А что у нас вот это? Рукомойник какой-то, наверное. Не вижу, к сожалению, на него цену. Это рукомойник, да. Все в комплекте. Садовая лента. Цена не указана. Ширина 12 миллиметров, длина 45 метров. Поддержка для растений 50 рублей. Я так понимаю, что 3 штуки, они по 3 связаны. Вот какая длина, нигде не указана, никаких табличек дополнительных нет. Сачок по 50 рублей. Кашпо садовое. 199 рублей, 30 на 30 на 16 сантиметров. Вообще их очень много. Вот такие были дешевле. И их вот здесь вот все повесили у нас. Но цены не указаны. Корзины по 299, но это также кашпо все. Смотрите, какое интересное кашпо по 249 рублей. Оно так высоко стоит, что даже его не достать, к сожалению. Разные светильники на солнечных батарейках по 77 и 199, разные цены. И здесь хотела вам еще показать фигурки садовые. Новинок не увидела, но просто напомнить, какие есть. Также кашпо садовое по 199. Здесь у нас металлическое кашпо. Кашпо вазон называется. 199 рублей в трех цветах. Симпатичный очень. Горшок такой для рассады как бы. Ну, можно и для цветов по 149 рублей. Кашпо в форме лейки. Такое декоративное больше, наверное. 199 рублей. Два цвета, еще есть синий. Очень много разных кашпо. Они были, конечно, в том году уже. Но их также подвезли сейчас. Все симпатичные. Почва брикет на 10 литров. Это 10 литров считается готовой почвы. 77 рублей он стоит. Покажу вам поближе информацию о нем. Здесь у нас мини-парник с торфяными таблетками. 12 таблеток. Умный огород. Сажаю с умом. К сожалению, сейчас не указана цена на этот набор. Разные препараты, например, для борьбы с тлей. По ценам 77, 27, 50, 55 рублей, 50. Ну, в общем-то, цены недорогие. Против листогрызущих вредителей 2,5 мл. Так, это мы видели. Далее Алатар для борьбы с насекомыми и вредителями 5 мл. И снова для борьбы с насекомыми и вредителями. Друзья мои, не все цены здесь указаны, но покажу вам хотя бы весь ассортимент. Водорастворимое удобрение урожай для подкормки растений в период цветения и плодоношения. 4 таблетки, просто и удобно использовать их. Растворить и полить. Древесно-угольные брикеты по 199 рублей. Высокая теплоотдача, без дыма, экологически чистый продукт, 3 килограмма. Живица, садовый бальзам, 110 грамм, 99 рублей. Покажу поближе для чего. Нить из полипропилена, 250 текс, 300 метров для садовых нужд. 50 рублей стоит, в разных цветах, все яркие. Рядом стоит нашатырный спирт, он уже был по 99 рублей. Жидкость для розжига 0,5, 77 рублей. По 50 рублей жидкая органическая подкормка. Покажу вам применение. Объем 0,5 здесь. Рядом побелка для садовых деревьев, 55 рублей. 1,5 килограмма для защиты садовых деревьев и кустарников от солнечных ожогов и насекомых вредителей. Не токсично. Садовые перчатки с когтями по 99 рублей. Ткань для мульчирования
полтора метра на полтора метра, 55 рублей. Колышки для огорода, набор из 10 штук, 55 рублей. Не указан какой размер. Таблички садовые, 20 штук, 50 рублей, даже карандаш есть. 15 на 5,5 сантиметров. Подвязка для растений с отсекателем. Вот такая штука. 99 рублей. Также подвязка для растений 6 штук. 77 рублей. Здесь уже более плотная текстура. 77 рублей тоже. 62,5 сантиметров. Смотрите, а здесь указана цена 99. Ну, сейчас акция, как указано на ценнике, поэтому думаю, что 77. Далее у нас чехол для растений укрывной. 100 на 160 сантиметров. 55 рублей. Металлические колышки. 10 штук. Размер 23 сантиметра. Цена, к сожалению, не указана. Они висят не на своем месте. Антимоскитная сетка. 130 на 150 сантиметров. Здесь есть рисунок, каким образом необходимо будет крепить. 99 рублей стоит. Веер большой, 25 рублей. Цвета в ассортименте. Далее пила садовая, 41 сантиметр, 149 рублей. Дождевик детский, дракончик называется, 199 рублей он стоит. И по ощущениям он очень даже плотненький. В составе ПВХ, но не указан какой размер. Хотя нет, вот L, S, L и S у нас здесь остались, только красного цвета. Набор для барбекю, лопатка, вилка и щипцы, 99 рублей, но цена изменилась, 199 он теперь стоит. Три предмета, как я уже сказала, в наборе. В составе нержавеющая сталь и дерево. Щетка для чистки барбекю, жесткая щетина здесь, 149 рублей стоит. Сталь, полипропилен и полиуретан входит в состав. Биоактиватор для дачного туалета. Цена 50 рублей. Также, смотрю, есть дегтярное мыло для садово-огородных и комнатных растений, 3 в 1. Защита, лечение и профилактика, 350 мл, 77 рублей. Биостик для цветов, 250 грамм, 77 рублей, природная сила для ваших растений. Способ применения и совет, все указано. Шампура есть, 13,70, 450 на 10, на 0,8. Разные разрыхлители по 55. Комбинированный разрыхлитель вот такого плана. Ручка небольшая у него, стоит 55 рублей. Веревка джутовая, 36 метров, их 3 в наборе, 55 рублей. Также в продаже есть блок абразивный, 92 на 88 миллиметров, 3 штуки, эффективно очищают, очень удобные, но, к сожалению, я не вижу цену. Муравьед Эко, это гранулы, 120 грамм от всех видов садовых и рыжих домовых муравьев, 149 рублей. Наверху стоят светильники, 199 и 249 рублей. В продаже по 199 рублей пионы. Один цветок в этой упаковке, и здесь 5 всего разных сортов. Я так понимаю, они по цвету разные и по названию. Здесь у нас также дачный такой стенд. Давайте посмотрим, что же есть. Во-первых, много заборов декоративных. Например, цветы по 77 рублей. Есть ромашки и есть вот такие тюльпаны. К сожалению, не указан размер. Наверху заборчики по 50 рублей, тоже без размеров, желтый и зеленый цвет.
рядом вот такого плана белые по акции 60 на 24 сантиметра, размер указан, 77 рублей. Все это, конечно, пластик, полипропилен такой, еще красивые заборы. Вот с такими красивыми бабочками, их три сразу, 55 рублей, 49 на 31 сантиметр. Желтый цвет, еще есть белый и салатовый. Мы с вами видели еще опору бамбуковую, 1,2 метра, их три в наборе, как я и говорила, 55 рублей цена, здесь вот указано. Декорация садовая, 99 рублей, ветерок такой. Кормушка, раскраска, 199. Также садовый такой забор по 55 рублей, 60 на 34 сантиметра у него размер. Маленький заборчик есть еще вот такой, пластиковый, садовый, 29 на 23,5 сантиметра, 99 рублей он стоит. В составе здесь везде полипропилен. И вот они еще есть зеленые, вот такие по 77, 65 на 15 сантиметров, другого цвета. Так, а что у нас вот это за крышка? Собрать прихватками листву, это прихватка такая, сложить листву в контейнер для мусора. 99 рублей указано на ней, надеюсь, что так и стоит. И здесь у нас саженцы по 199 рублей, груша, москвичка сорт, вишня стойкая, урожайная, яблоня, груша еще есть кафедральная, слива ника. Ну и вот такие они в таком состоянии. Кое-какие уже начали распускаться, листики зазеленели. А здесь у нас тоже уже остатки. Плодовые кустарники по 99 рублей. Крыжовник сенатор. Тоже крыжовник. А вот, наверное, уральская красавица. Это смородина красная. Но здесь уже совсем вот остатки, что осталось. Вот еще что-то другое вижу. Нимфа. Друзья мои, на сегодня свой обзор я буду заканчивать. Надеюсь, он вам понравился и вы мне поставите лайк. До новых встреч. Всем пока.